Эмма, который проходит город в Москве. Мы принимаем участие на двух машинах. Honda принимает в номинации качество звучания мультимедиа. Opel принимает тоже в двух категориях. Это ESPL, образно говоря, только выдаст сабвуфер, и ESQL. Это громкий и качественный фронт. Сейчас пробежимся по площадке, посмотрим, здесь много интересных тачек. Она регулируется через салон. Мне попалось два интересных участника. Это Волга ГАЗ 31, 21-й врок. 21-й Волга в таком идеальном состоянии, прям стоковом. И БТР. БТР тоже, кстати, участник. Он участвует в классе Extreme Master. О, класс эксперт. На Opel нам два раза уже сделали предупреждение, что валить нельзя, так что Opel сегодня отдыхает и ждем замера. Я думаю, сейчас Opel включится, и все будет всем понятно. Opel выебет всех. Я даже в этом не сомневаюсь. И Пашка тоже. Подожди, Пашку покажи, кто мой инстал собирал. Пашка, Opel выебет всех, скажи по-братски. Ну да, хуй тут делать. Абсолютно. Все, генератор починили, сейчас пиздец. Выходи за третье место в классе ESQL Expert. Класс ESQL Expert, второе место, Капитоненко Владислав. Мне кажется, в этом классе тоже. И первое место Щепакин Дмитрий. Следующая категория — это категория Junior, и у нас категория есть спонсор. А где у нас еще компания Manol, сейчас будет. Thank you.
слов о поездке сегодняшней. Руки болят. Руки болят. Еще что болит? У меня как на хоккей руле крутится. Симон, а ты что скажешь о поездке? Пару слов, пожалуйста. Заебись. Заебись? А меня лучше не спрашивать. Я такой...